сейчас я немножко попробую попечатать. Вот так делается, да, вот эти штампики с мороженкой. Так, сейчас попробую другие. Вверх ногами оказалось, и это счастье. Так, тут давайте еще что тут можно. Я тебя очень люблю. Давай попробую вот это. Попробую коричневым, попробую в черный с сердечком даже, да? Сейчас попробую еще вот этот красненький был. Не знаю, получится красный. Черным почетче получается. Так, ну, на самом деле у меня были штампы раньше, я ими пользовалась, когда не было возможности делать вырубку. Можно цветами поиграть, потому что я заказала подушечки на Али, заказала еще коричневый какой-то, не так много, конечно. Ну, есть несколько штучек. Где-то вот хочу найти синюю, вроде еще была. Да, вот заказывала. Синий. Ну, черный все-таки всех ярче получается. Синий. Не найду. Идите. Мне вот очень нравятся штампы. Сейчас скажу, какие. Найду. Вот эти вот. Так. Это у меня инкодинка, да? Так, никак не могу прочитать, чье производство. В общем, не могу найти. Вот эти штампы я выбрала в скрап-мане. Они очень такие прикольные. Не так часто я да. Здесь птичка прикольная. Кажется, мне здесь... Я вот на этих делала сегодня. Как раз на блокноте. Вот птичка. Коричневая. Где цвете. Можно ее пораскрашивать, повырезать, да? Птичку. Так, она очень такая красивая, и штамп очень качественный, он толстый, вот покажу, что он толстенький такой, на плотной основе, счет скворечник, я его вообще не использовала, по-моему, ни разу, сейчас попробую, да, прикольный скворечник, сейчас попробую почетче сделать, не хватает, может, стеклышко как раз. Здесь наштампую. Все равно одна стенка у меня не проштамповывается. Но смотрите, какая детализация прикольная. Чем сейчас занырнешь? Озёр! Ну, упадешь, да. Здесь еще одна птичка есть. Так, а так в основном все штампы у меня с Алиэкспресс. Так, сейчас здесь вот еще попробуем. Мне уже надо перебираться. Такая вот птичка еще. Этого же производителя, то есть всего три штампа было. Хотя нет, по-моему, еще один и какой-то мне штамп. Но это надо вспоминать. По-моему, вот этот набор и еще какой-то мне штамп давали, ну, присылали. Ой, это надо вспомнить сейчас, какой именно. Потому что я не помню, надо посмотреть. И вот этот штамп, это мы используем. Пока что я положу. Так, можно птичку сюда положить. Кого еще проштамповать? Будем использовать в чем? Джангуки. Так, вот мне хотелось еще проштамповать парочку. Иногда, знаете, как делаю, не знаю, кто так еще делает. Вот, леплю на крышечку. Так, ну тут сложно его отлепить. Можно даже, наверное, не отлеплять. Сейчас попробую не отлеплять. Прижать крышечкой. То есть вот я размещаю. Я так крышечкой прижимаю. Стараюсь равномерно. Ну, вот так, да, получается. Штампик. Еще сейчас велосипедик попробовать хочу. Но велосипедик немножко, конечно, поврежен, не знаю, получится он или нет. Сейчас
попробую. Тата. Вот. Сейчас еще попробую в черном цвете. Так, тут немножко на колесо не пошло. Сейчас. Ну так. Видно? Или не видно? Или не видно? А, в камеру, да, вот сейчас видно. Все, я штамповала. Ну, я думаю, идет для работ. Вообще здорово. Все, дети! Несмотря на то, что он такой искореженный, он, смотрите, какой прикольный. Все, сейчас, дети! Вот, немножко можно сейчас тоже штампики. Сейчас я попробую еще разочек. Я думаю, я его где-то использую, либо, вот знаете, пришла мысль для оформления внутренности открыток. Можно использовать. Все, отец, дети. Да? Тут немножко заехала мне велосипед на велосипед. Не знаю, куда еще его. Сюда сейчас штампану. Да? Вот. Давай. Велосипедик. Так. Давай. Что еще у меня вот тут любимому герою, по-моему, тут есть надпись. Так. Ну, это не знаю, некоторые там, типа, давнишние уже, а моему герою. Прикольно, кстати. Можно 23 там использовать, да, когда нет подходящих этих надписей, там, ножей. Но знаете, в прошлом году как раз вот я заказала к Пасхе нож светлой Пасхи. Делала мастер-классы с ним. А, и все. И сейчас как раз вот у меня мастер-классы тоже пасхальные идут. А, не могу найти этот нож и все. Я уже даже вчера всю коробку с ножами перебрала. Не так уж у меня их много, у меня их не 1000. Вот. А вот этот тут четко тоже. Некоторые штампы, я думаю, сами по себе не очень хорошие. Видите, вот здесь вот хорошо путешествие. Я только что тут не так. Вот, не забываем путешествие. Это вот для тревела, пожалуйста, можно использовать. Прикольно. Хороший штампик. Надо будет запомнить, что у меня такое есть. Чем не надо грязнуть. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой вот здесь стоит. Ну вот так вот. Ну можно куда-то в мелочевке, да, добавить на страничке. Некоторые мне не очень нравятся, некоторые прям... А, у меня от Мемстера один штампик. Так я его в прошлом году, с рождения мальчика, я его в прошлом году, не знаю, куда только не использовала. Прям целый год штамповала его везде, где ни попадя. В любой работе, он универсальный. Там такой, точечки. И, в общем-то, мне очень нравилось везде его использовать. Ой, не прилип. Здесь уже, он уже не липкий у нее его слой. Так, с праздником, он уже не очень, да? Пропечатывается, что я не так делаю. Сейчас попробую еще разочек. Штук не хватает. Вроде печатаю. Так, нажима. Вот. Ну, красивый шрифт, видите? То есть просто вот этот красивый шрифт. Все так хорошо. Наверное, иногда лень просто искать. Вот. Иногда забываешь, что у тебя есть. Когда уже надписи готовы попадаются, вот, наверное, сразу берешь и делаешь. Поэтому я вот как раз хотела немножко напечатать надписей, да. Ну, можно, конечно, распечатку еще я делаю, заказываю распечатки. Вот. А так можно уже сразу готовые, ну, уже напечатанные, просто вырезать и все. Так, еще что? Вот эта дата. Мне ее лень отлеплять, попробую, делается она так или нет. Так, так плохо она. Еще периодически надо все очищать, но вот тут прилеплена она намертво, она новенькая. Я никак ее не могу отлепить, пока не буду. Угу. Хотела еще вот эти стаканчики попробовать. Да, смотрите, хорошо делается. Вот, у меня тут все, весь лист это надо пускать на врезалки. Что еще? От всего сердца. Мне сейчас надо будет отмывать здесь все. Сейчас посмотрим от всего сердца, как у нас проштампуется. Мне надо все это прижать. Ну вот так. Но шрифт не очень красивый, да? Вот смотрите. Вот тот вот был с праздником, красивый шрифт, а вот этот вот, ну это мое мнение. Так, с днем, с рождением девочки. Так, вот здесь толстовато, конечно, получилось немножко. Сейчас вот здесь вот еще в ожидании чуда. Сейчас я сделаю надпись. Попробую. Вот красивый шрифт. Вот смотрите, шрифт просто замечательный. Конечно, не знаю, меня ни разу не заказывали открытку с
с беременностью, да? Поздравляем с беременностью. Беременность, девушка, это как бы таинство определенное. Не все хотят разглашать, да? Что ждут, когда же произойдут роды. Вот, сейчас я как раз разобрать все какие-то. У меня тут не только штампы могут быть, еще. Вот, у меня тут и стеклышки лежат. Сейчас я как раз их разложу, разберу, посмотрю, что у меня тут забытые. Вот такой вот от Мемстери. Я увидела, он уже как грязненький, я его прям, ну, везде, не знаю, он мне дополнял. Вот, но сейчас уже почему-то прошло это. Как я его прям пила, я его с рук купила. Ну вот, на барахолке. И, в общем, как я его прям пила, прям не могла остановиться, опечатала. Все им. Вот. И вот так же вот эта кирпичная стеночка. Это не знаю чей. Вот так вот я его приобрела на барахолке. Вот. И, в общем-то, везде использовала. Вот также я хотела напечатать вот эту девочку. Я ее использовала. Синий трактор. Я ее использовала. Вот такая девочка. Так, куда показываю, да? Использовала тоже в чачьем блокноте. Очень красиво. Я сейчас попробую лист найти. Так что вот лист я нашла. Потеряла стекло. Завалила прям стеклышком. Да ладно, я сейчас так. Так. Нет, не проштамповалась. К сожалению. Сейчас еще разочек. Вот такая милая девочка. Нужно еще, наверное, попробовать коричневую. Стеклышко поджимать. Может, лучше будет распределено. Вот так. Видите, какая крутая. Мне нравится. Она у меня одна. Вроде их целая серия есть. А заказывала давно-давно на Джуми еще. В общем, вот так вот. Можно с ней придумать что-то, какие-то открытчики. Я вот хотела. Пока не сделала. Вот еще в прошлом году я хотела. Но я сейчас наделаю, может быть, и выйдет. Открыточка, вернее, открыточки для детского мастер-класса. Может, что-то с раскрашиванием будет, с элементом раскрашивания. Посмотрим. Я думаю, такой штамп нельзя держать в тени, пускай он работает. Слишком хороший, может, только мне, конечно, нравится. Я не знаю, может, кому-то другому не нравится. По мне, так очень милый. Девочка супер. Так, все, буду делать. Лишь бы не убрать в долгий ящик. Буду делать с ней открытку, наверное. После того, как закончу джамп. Хотелось бы сегодня закончить. Сегодня я его начала, сегодня пытаюсь уже закончить сразу. Вот. Я не люблю долго просто тянуть резину. Что вот тут?